Я немножко коснусь применения твердомозговой оболочки для увеличения толщины кератинизированной десны в области адентии. Толщина кератинизированной десны менее миллиметра и высота преддверия менее 5 и менее миллиметров. Это то, в каких случаях будет показано, независимо от того, что будет производиться съемное протезирование или какие-то костно-пластические мероприятия. Производится разрез по гребню, по середине гребня, классически обычно отслаивается полнослойный лоскут до глубины, на глубину преддверия. Потом этот лоскут расщепляется таким образом, как мы расщепляли лоскут при корональном перемещении. Устанавливается твердомозговая оболочка. Ширина твердомозговой оболочки должна быть требуемой ширина кератинизированной десны плюс 5 миллиметров. И происходит полное стопроцентное ушивание раны операционной обычным швом, любым, который вам нравится, по разрезу на альвеолярном гребне, по середине альвеолярного гребня. Я предпочитаю непрерывный матрасный шов. Вы можете ушиться узловыми швами, главное, чтобы у вас не произошло расхождение. Но здесь никакого плюс большого объема или какого-то большого перемещения не происходит, поэтому эти лоскуты ушиваются достаточно просто. И что самое главное, вы выполняете матрасные фиксирующие швы, крестообразные, под надкосницу с фиксацией лоскута с твердой мозговой оболочкой вместе к надкоснице для того, чтобы создать новую глубину преддверия и еще тем самым увеличив толщину кератинизированной десны. Ну что, давайте работать. Коллеги, что делаем? У нас осталось латеральное перемещение. Мы можем вестибулопластику сделать. Если кому-то что-то непонятное из предыдущего модуля, возможно, осталось. Пожалуйста. Каждый может делать то, что он хочет. Я подойду ко всем вам. Мы просто начинаем работать. Тогда я не буду отвлекаться на модель у себя. И лучше уделю вам всем внимание, тем, кто хочет работать руками, еще как-то остались какие-то силы. Эстетическая реставрация, да, в таблице, вот вы когда просто посмотрите внимательно, там есть классы рецессий при наличии абразии твердых тканей, в которой выполняется эстетическая реставрация на предполагаемый уровень нового эмальтно-цементного соединения и нового уровня соединительно-тканного прикрепления. Десна должна вплотную прилегать к реставрации. Да. Вот здесь вопрос. Значит, европейские источники, европейская практика говорит о том, что выполняется сначала эстетическая реставрация, а впоследствии выполняется уже устранение рецессии. Но глубина абразии большая, вы имеете в виду? Реставрация лоскутом перекрываться не должна ни в коем случае. Реставрацию вы или терапевт должен выполнить до предполагаемого, планируемого нового цементно-эмалевого соединения. Не весь, не весь. Часть этого клиновидного дефекта должна быть укрыта либо аллотрансплантатом, либо аутотрансплантатом, чтобы там не было дефекта последующего ни зубодесневого кармана, ни присоединения какой-то ассоциированной микрофлоры туда, не было воспалительной никакой реакции. Но это в случае, если у нас недостаточно апикальной ширины кератинизированной десны при устранении рецессии. Я вам открою всем секрет, когда меня спросили, до или после. Так вот, в литературе в европейской говорится, что это делается до, а на самом деле они все доводят потом этими эстетическими реставрациями через полгода после полной стабилизации клинического эффекта от их устранения. Я просто видела это своими глазами, я работала, я видела, как это происходит, поэтому тут обмануть никого не удастся. Я предлагаю на самом деле, я делаю после. Да. Если уже была эта эстетическая реставрация, ее надо убрать. Ее надо убрать. Полностью. Да. 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 Предупредить пациента о возможной гиперчувствительности. Возможно, какой-то назначить ему снижающую, гипосенсибилизирующую, да, терапию в этом случае, но я предпочитаю выполнять после эстетическую. Да, конечно. Сразу. Можно прямо тут же. У вас все равно окажется какое-нибудь там зубное отложение или налет, или всегда, когда, вот особенно нависающие края старых реставраций, да, выполнен, они присоединение, как правило, какого-то ассоциированного микрофлора там будет. Поэтому это будет требоваться в обязательном порядке. Ну, давайте так договоримся. Значит, правильно учить, да? Правильно заменять старую ортопедическую конструкцию. Тем более, если она некорректна, да, по прилеганию к десневому краю и так далее. Не всегда это удается. Клинически мы живем все, вот, ходим по одной земле с вами, прекрасно знаем, что бывают разные ситуации. Ну, в таком случае надо предупредить пациента, что устранение рецессии может не принести, то есть операция может рецидивировать, может не дать того эффекта, который ожидаем. Хотя я, в общем-то, тоже оперирую пациентов без перепротезирования, без замерной ортопедических конструкций. Ну, чаще все-таки это когда рецессия произошла в первый год-полтора после установки. Зависит от того, какая рецессия произошла. Если она произошла критическая, то результаты не очень хорошие. Ну, то есть рецессия устраняется на процентов на 70 всего лишь. При небольших типах рецессии я даже делаю или туннельный метод с аутотрансплантатов, или какие-то небольшие корональные перемещения в области одиночных рецессий, просто для создания утолщение объема кератинизации, если это рецессия, например, 2 мм. Когда-то был предложен такой метод, как полулунные разрезы. Ну, вы спросите, будут люди фиксировать, я просто не знаю. Да, тогда вот, да? И тогда стаканчики с водой тем, кто будет фиксировать. Можно? Да. Но полулунные разрезы не всегда приносят. У них достаточно много рецидивов у этой методики. Она почему-то не прижилась. Да я сама ее пробовала, делала. Вполне неплохо. Особенно в зоне, где не надо, по каким-то причинам невозможно перепротезировать в области коронок, вот недавно установленных, да, там, которым нету еще года и так далее. Вестибулопластики данным методом, самое главное, она применяется в основном для дистальных участков верхней или нижней челюсти. Самое главное там это наложение, в общем-то, швов и плотная фиксация. А сам разрез и установка твердомозговой оболочки не требует дополнительных никаких. Так. Вот вам хорошо видно вот так?